Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Встречался с девочкой 3 месяца. Знаю ее 2 года. За это все это время мы дружили. В какой-то момент она заявила, что хочет быть одна. Мы разошлись. Она продолжает говорить, что хочет лишь дружбы. Однако у нас случился один неловкий момент, и мы поцеловались, но вопрос, что это было, говорит, что когда я рядом, над ней берут верх эмоции, но она также не хочет быть со мной. И также продолжает прикасаться, постоянно подходит, стоит рядом, мы работаем вместе. Я уже не обсуждаю с ней тему отношений, потому что смысла в этом нет, она просит его не поднимать. Как вообще понять ее поведение, и как мне достучаться до нее? Ну, во-первых, здесь давайте сразу как-то будем потихонечку разбираться, да? Вы пишете, значит, что встречался с девочкой 3 месяца, знаю ее 2 года. Все это время мы дружили. Какое время вы дружили? Все время, что вы знаете, тогда, простите, как вы с ней встречались? Если вы встречались, а не дружили, не очень понятно, да? То есть, что есть дружба, что есть период, когда вы встречались. В какой-то момент она заявила, что хочет быть одна. В какой момент? В какой момент? То есть, понимаете, вот все очень важно. Был какой-то момент, когда девочка заявила, что она хочет быть одна. То есть, что-то ее насторожило. Вот. Не обязательно сразу, что вы что-то сделали не так. Нет. Не нужно искать в себе ошибки. Не нужно искать в своем поведении ошибки. Их может и не быть, этих ошибок. Дело здесь не в этом. Дело здесь не в ошибках. Вот. А дело здесь именно в том, что девушку что-то насторожило, что ее как бы что-то остановило от продолжения дальнейших с вами отношений. А вы говорите в какой-то момент. Это важный момент. Дальше мы разошлись. Но опять же, в данном конкретном случае не совсем, что называется, понятно, какой вы внесли вклад в то, что вы разошлись. То есть, как вы отреагировали на это желание ее разойтись, что вы сказали, как вы себя проявили. Дальше, она продолжает говорить, что хочет лишь дружбы. Ну, если она об этом говорит сама, то очевидно, что там есть на что-то намек. У нас случился, значит, один неловкий момент, мы поцеловались, но опять же мы, да, то есть вот здесь очень странно и, я бы сказал, наверное, несерьезно выглядит то, что вы говорите «мы», такие «мы». Вы ее захотели поцеловать, поцеловали, она вас захотела поцеловать, она вас поцеловала. Для вас это что было? По какой причине вы у нее спрашиваете, что это было? Вы на нее пытаетесь опереться в данном случае, а вам бы свое отношение выразить, вам бы свое восприятие показать, а не на нее пытаться опереться. Дальше говорит, что когда рядом с ней, над ней вверх берут эмоции какие, но она также не хочет быть со мной. Ну, это ее выбор. Также продолжает прикасаться, постоянно подходит, стоит рядом, мы работаем вместе, я уже не обсуждаю с ней темы отношений, потому что смысла в этом нет, она просто не поднимает. Ну, совершенно очевидно, что ее это как-то напрягает. Как вообще понять ее поведение? Ну, поведение человека, который боится близости. Как надо встречаться? -то? Никак. Нужно сперва понять, что именно ее отталкивает. Вот. И как вы себе вообще представляете-то достукиваться до девушки, как это вообще вот выглядит в вашем, ну, в вашем представлении, да, что вы вот до нее пытаетесь достучаться, ну, как бы это как, да? Это убедить человека, это
переубедить человека или что. Вот, поэтому вот такая есть, как мне кажется, особенность, что вы как будто бы не четко свою позицию продвигаете. То есть вот, у вас есть своя позиция. Вы как бы ее заявляете. Вот если вы чего-то хотите, вы об этом говорите. Вот. Это какая штука. Как-то так. То есть мне кажется, что вы здесь не очень уверены в себе. А вот и все. То есть, с одной стороны, есть вектор работы с уверенностью, а с другой стороны, есть вектор анализа того, что ее отталкивает, и, соответственно, повышенное внимание к этому аспекту. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.